Доброе утро. Мы приехали на Новочеркасский трек. Вот. Готовимся, разминаемся каждый по-своему. Кто-то с мотиком возится. Ну, подготавливаемся. Расчистили песчаный трек. Он мягкий грунт у нас, бетона здесь нет. Поставили, разметили. Сейчас будем работать. Так что смотрим вот это все. Песчаный трек. Вчера поравнял, поэтому колей пока нету. Но будут, будут. Так, ну что, мужики, доброе утро. Тренировочка будет состоять из двух частей. Первая часть мы отрабатываем, вторая часть будет гоночный режим. Сейчас начинаем с разминочки. Стоим стоя, хват сверху, ножками держимся. Едем за Андрюхой, круга 2-3, смотрим, как он катится. Если сможете, обгоняйте его. Едем в ту сторону. Понятно, Сим? 5 кружочков, хват сверху, поехали. Только стоя, повороты прямые, стоя. Трек не длинный, есть длинные прямые, есть затыканные участки. Вот там у нас где они сейчас едут, змеечка, очень даже интересно. Есть широкие повороты, есть обратные узкие, есть размашистые, вот как вот этот вот Андрей едет. Ножками не держатся. Торможения вообще никакого нет. Будем работать над торможением сегодня. Что делать? Не будет тормоза, не будет скорости. Надо учиться тормозить. По-другому никак. Коленками, видите, упирается в бак. Это неправильное торможение. Правильное торможение. Уходим назад. Передний, задний тормоз и коробочка передач. Тогда торможение будет эффективно. Но разминка, пока не будем ничего говорить. Запоминаем их ошибки. Будем им рассказывать, как это делать правильно. Андрюха вот немножко получается, но сильно зажаты плечи. Немножко ему тяжело ехать. Вот смотрите, ногами не держится вообще. Ногами не держится. Ножками держится, молодец. Но не тормозить, докатываться до поворота. Хорошо. Ну, не могу смотреть на это безобразие. Сейчас сделаем замечание. И будем продолжать разминку. Ну, Андрюха это все знает, а вам расскажу. Смотрите, в чем весь прикол. При разгоне мы немножко, если ровная площадь, прямая, ровненькая, не выбита, ни ям, ничего, ни канав, то немножечко уходим вперед, тогда не будет задираться, как у тебя вот здесь задирался мотоцикл. Ты грузишь перед и начинаешь разгоняться. При торможении упираться коленями в бак не надо. Понимаешь, надо уходить в заднюю стоечку, это называется или задняя стоечка, или в оттяжку. Желательно ровными руками упираться в руль, вот, бедрами задней частью придавливать сиденье. В этот момент мы притормаживаем передним тормозом и задним, ты вообще тормоза не трогаешь, понятно?
Для чего уходим назад? Чтобы загрузить заднее колесо, чтобы было эффектное торможение, эффективное. Если вы остаетесь в передней стоечке, как ты держишься за бак, упираешься коленями в бак, торможение заднего колеса прекращается. Оно или подпрыгивает, или оно шипит и за тобой едет. Все, оно катится как на санках, торможения не будет. Плюс, вы едете на руках, торможение вы раз, в руки уперлись, все, согнули, согнутые руки, упираетесь, вы боретесь с мотоциклом. Если вы их выровняете, выключите руки, да, будут просто ровные. Все, вы костяшками упираетесь в руль, вы не тратите никакой силы при торможении. Что в мотокроссе главное? Беречь силы. При разгоне надо держаться за мотик ногами, держаться за мотик ногами, держаться за мотик ногами. И при торможении то же самое. Не надо, конечно, держаться до синевы в коленях, там, в ногах, а придерживаться за мотоцикл. Все время должен быть контакт с мотиком. Чуть ноги развели, все, мотик танцует, он неуправляемый. Поэтому все время контроль, контроль. Давайте еще два круга стоя пока. Мне нужна амплитуда. При разгоне вы впереди, потому что трек ровный, да? Тут ям пока нету. При торможении вы в задней стойке максимально, насколько вы сможете, потому что не всегда в задней стойке будет удобно тормозить, потому что где-то педали тормоза не отрегулированы, где-то боты не догинаются, но должна быть привычка. Но все равно старайтесь уходить назад максимально, не обязательно садиться и вытягиваться на крыло. Просто уйти чуть-чуть назад, загрузить заднюю часть мотоцикла. При торможении. При разгоне чуть уходим вперед. Или стоим в средней стоечке, или чуть вперед и разгоняемся. Пробуем. Расслабь плечи. И побыстрее. Не будет скорости, не будет торможения. Какое-то движение уже хорошо. Рано ныряешь в поворот. Ты должен, когда уже выровнялся, тогда уходишь вперед и как бы грузишь вперед, чтобы он не задрался. А так ты заходишь в поворот и залез вперед, у тебя сейчас жопу сорвет, и головой воткнешься в землю, а это ключица. Поэтому следи за телом. Следи за телом. На меня ехать не надо. На меня ехать не надо. Я стою справа, слева. Каждый, если меня собьет, что от меня останется. Гарри Эвертс, у него там что-то около 20 переломов, и это не на трассе. Понимаешь, его спортсмены все время сбивают. Поэтому я заранее говорю, не надо на меня ехать. Забыл, пропал тормоз или еще что-то, и все. Понятно. И ты лишишь ребят тренера. Становись на подножечке. Уходи назад. Еще. Все. Жопу чуть выше. Вот торможение. И так же ты наклоняешь, наклоняешься, садись и подсаживайся вперед по ребру. Все. И вот так ты поворачиваешь поворот, локоть чуть подними. Ага. И все. Еще, встаешь так же, давай назад. Так же, раз и встал, раз и сел, подсаживаемся. Руки ровные, встал. Повыше? Встал. Не прямо встаешь, а назад. Раз, встал. И так же подсаживаюсь. Вот. Не руками садишься. Я понял. Вот, подсаживайся еще раз. Скользи. Прям ножками. Скользи по сиденью ножками. Носки вовнутрь заверни, будет удобнее держаться. Чуть ноги можешь сдвинуть назад и носки вовнутрь. Все. Подсаживайся. Держись ногами за мот. Ноги сожми. И прям елозить, понимаешь? Да, прям елозить.
Это контакт называется. Руками не садись, руки ровные. Просто, как они есть, так и есть. Да, они всегда ровные. Всегда ровные. Просто если резкий поворот, ты ближе к баку садишься. Если широкий поворот, то посерединке. Понял? Да. Все, отдыхай, дыши. Не забываем дышать. Когда вы забываете дышать, у вас появляется задышка. Давай, пробуй. Локти расслабь, ножки выровни, жопу подними чуть-чуть. Вот твое торможение. Пробуй дотянуться до тормоза. Чуть жопу выше. Все. Передний тормоз. Надо поднять его. Ну, поднимай. Ножками держимся, локти. Локти чуть. Не, высоко не надо. Все, подсаживайся. Подсаживайся. Вставай. Руки ровные. Подсаживайся. Вставай. Подсаживайся. Вставай. Подсаживайся. Вставай. А спинку так назад получается, да? Понятно? Дыши. Посерединке мы подъезжаем к повороту, да? Вот. Все, мы наклонили мотик. Вот оно ребро. И все, начинаем просто подсели, и все. Ручки остались так же. Если вы сели руками, понимаешь, он вот так будет брыкаться весь. Вот, сел и так же встал. Сел и так же встал. Руки всегда ровные. Понятно? Чем резче поворот, ближе к баку. Плавный поворот, вот как здесь широкий, да? Здесь посерединке нормально. Здесь посерединке нормально. Здесь посерединке. А вот там три поворота эска. Там только на крышке бак. Понятно?